stabilește pe întreg teritoriul municipiului Chișinău cod portocaliu. Acest lucru ne permite... На всей территории муниципия Кишинев устанавливается оранжевый код. Это позволяет нам смягчить некоторые меры как для сектора хорека, так и для спорта и культуры. С подробностями мы выступим позже, но мы договорились, что с 1 декабря театры и концертные залы вернутся к работе в обычном режиме. По словам генпримара, меры безопасности и представление сертификата COVID-19 сохраняются.